Всем привет, топчики! С вами Димон Про, и сегодня у нас будет реакция на новую анимацию от доктора Хака. Смотрим. Майк против Лиз. Мороженщик 7. Смешная анимация. Анимация часть 259. Смотрим. Да, это то время, когда типа Майк с Лиз возвращается домой. Лиз, погоди. Чего тебе, Майк? Лиз, прости меня. Я правда очень ругался, когда этот клоун тебя схватил. Я просто не так выразился. Не волнуйся. Я не обижаюсь. Сейчас не время это обсуждать. Нужно найти Чарли. И Джея тоже. Джей? А с ним-то что случилось? Он тоже пропал? Да, раз... Ну да, кстати, его там похитил человек за окном. Разве ты забыла про него? Он заснул у себя в комнате, потом резко куда-то пропал. Даже его родители не знают, где он. Родителям Джея всегда было наплевать на него. Плевать на него. Плевать? Не. Разве? Может, его похитил этот сумасшедший мороженщик Род, который похож на босса Рода? Как думаешь, чей это дом? Откуда же мне знать? Я... Чей дом? Так она не знает даже, чей это дом. Думал, тут живут твои знакомые, поэтому ты сюда зашла. Нет, я здесь первый раз. Лиз, ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? Я... Так сказать, он вообще не слушает, мне кажется. Все слышу. Род не мог этого сделать. Он пообещал, что больше не будет никого похищать и убивать. И ты ему поверила. Лиз, не будь такой наивной. Ты поверила незнакомцу, тем более маньяку, который похищает. Ну да. Не, в принципе, он может так поступить. Похищает и убивает детей. Я уже не знаю, кому верить, а кому нет. Кстати, есть еще одна проблема. Это Гренни. Что босс Род сделал с ней? Жива ли она вообще? Жива. Выход только один. Нужно идти на эту фабрику и искать Джея, Чарли и Гренни, потому что... Не-не-не-не-не. Туда лучше не идти. Помощи просить уже ни у кого. Нет, я не хочу возвращаться туда снова. Ты можешь не идти. Я один пойду на фабрику. Нет, я с ума сойду. Еще не хватало, чтобы и с тобой что-либо случилось. Ну да. Я останусь вообще одна. Нечего беспокоиться за меня. Оружие при мне. Я его доработал. В этот раз оно не сломается в самый неподходящий момент. Ну, посмотрим-ка в следующей серии. Ну ладно. Мы будем пока что заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.